Тирасполь, Леч-городок. Со стороны улицы Мира делают большую парковку. Она рассчитана на 70 мест. Все делают поэтапно. Еще обновят забор и сделают новые дорожки. Площадку огородили, засыпали щебнем, часть уже залили бетоном. Такое покрытие будет на всей парковке. Сейчас в кармане работает техника. Все делается исключительно по технологии, согласно проекту. Обустраиваются бортовые линии по всей длине, делается разделительная полоса между проезжей частью и непосредственно парковкой. Сейчас припарковать машину можно у въезда в Леч-городок. Слева стоянка, но она небольшая, места всем не хватает. С парковкой здесь действительно было напряженно. Рядом въезд в РКБ. То есть заезд будет со стороны переулка Восточный, парковка мест непосредственно по самой территории парковки и выезд возле центрального входа в районную республиканскую клиническую больницу. Она довольно-таки вместительная и она будет полностью удовлетворять всем требованиям приезжающих сюда как в РКБ, так и на отдых в Дендропарк. На парковке сделают разметку. Все работы планируют закончить в первых числах октября. Потом можно ставить машины.